Если другие семьи проводят свои выходные в пиццериях или в кино, Остров Надежды – это место, куда идут миссинбоймы. Идея помочь бездомным собакам принадлежит маме. Поддерживают всей семьей. Протянуть руку помощи тем, кто нуждается в этом, полезно для всех. Так считают и взрослые, и малыши. Собаки – это дисциплинированные животные, которые могут быть такими ласками. Для всех, кто сюда приходит, и там, для сотрудников приюта, и там, для ветеринаров, которые по субботам и воскресеньям помогают, с никакой там, рациональной причины здесь быть нет. Это действительно зов. Приехал с семьей, фактически со всей семьей, с мамой, со всеми братьями, с женой старшего брата, с ребенком. Приехал проведать собак. Делается достаточно доброе дело здесь, и мы, собственно, хотим быть частью этого доброго дела. Этим собакам нужна помощь. Если собак так мало и некому помогать, то люди могут помочь им что-то сделать важное. Быть мамой четверых сыновей непросто. Руководитель школы бизнеса Ольга Нисенбуем применяет свои качества и в семейном быту. Дала жизнь. И из двух родителей выполняют функцию скорее адвоката. Я думаю, что самым действенным был все-таки совет о том, что не стоит ныть, да, нужно упорно идти к своей цели. Наверное, кто-то, кто вот всегда так может аккуратно поправить по жизни, направить, скажем так.